Итак, друзья, коротенькое видео, потому что я тихо офигел. По-моему, все. То ли Питер, то ли Россия плавненько возвращается к жизни. Объясню почему. У меня жена, как я надеюсь, многие понимают, работает на скорой. На работу ей нужно добираться очень рано, и у нас все время, последнее время была проблемка. Потому что транспорт обыкновенный, в 6 утра, как нам это нужно, никуда уже в последнее время не возил. Мы вон установили везде Яндекс.Такси и пользовались Яндекс.Такси, потому что не будь рекламой, просто удобно. Потому что у меня кошелек на Яндексе, все подключено к Яндексу и очень даже удобно. А теперь сегодняшка я включил и офигел. Видели точечки, да, временно появляются? Это все транспорт. То бишь заработал общественный транспорт. В 6 утра, как видите, 6:25, уже везде дофига транспорта. То есть получается, что все, проблем нет. Сегодня как раз читал новость, что Беглов вернул, не так, включил режим масок, ну или как это говорят, включил масочный режим. Но, видимо, одновременно с этим он и запустил весь транспорт. То есть теперь рано утром, не обязательно брать такси, можно нормально доехать на транспорте. Я уже думал, может быть, это глюки, и жена тоже так поспособствовала. Нет, все нормально. То есть в поиске берем нужный нам маршрут, смотрим. И показывает, что вот сколько их на маршруте. Поясняю теперь, если кто не совсем понимает. Всегда на маршруте было минимум вот столько автобусов. Только в 7. То есть сейчас их не только включили, их сделали еще и больше, чем обычно. Потому что в 6 утра выходит первый. В 6:20 на маршруте их было обычно 4 штуки. Считайте, сколько сегодня. 10 штук уже на маршруте. То есть он не только включил, но он их усилил. То есть всем, называется, разрешил ездить на работу и еще куда-либо. Поэтому всем удачи. Надеюсь, скоро нас это все отпустит. Но напоминаю, что все-таки масочки носить стоит. Даже китайцы, которых сейчас уже совсем отпустило, они все равно частенько маски носят. В общественных местах уж тем более, чтобы никто никого случайно не заражал. Чтобы быстрее это все прошло. На этом прощаюсь. Всем пока. Спасибо за просмотр.